хвастовство десятикратным зумом продолжается. Наметился новый тренд индустрии смартфонов. Время от времени мы отмечаем появление в индустрии новых трендов. Пару лет назад каждый второй смартфон хотел иметь челку и вертикальную сдвоенную камеру, как у iPhone X. Затем в индустрии началась эпидемия градиентных задних панелей и подэкранных сканеров отпечатков пальцев. Относительно недавно начали активно выпускаться 48-мегапиксельные смартфоны, а также устройства с врезанными в активную область дисплея камерами. Скоро на рынке появятся первые смартфоны, оснащенные камерами с десятикратным зумом. Речь идет о Huawei P30 Pro, который представят менее чем через неделю, и о Poco Reno. Известный инсайдер Ice Universe опубликовал еще парочку фотографий, которые наглядно демонстрируют возможности гибридного зума о Poco Reno. Результат впечатляет, при максимальном приближении изображение выглядит довольно четким и детализированным. Анонс Oppo Reno ожидается 10 апреля.